Ни машины, ни денег. Жительница Петропавловска хотела купить автомобиль через посредников, но в итоге потеряла 805 тысяч рублей и осталась ни с чем. Заявительница сообщила, что в марте 2021 года она обратилась в офис компании, расположенный в черте города, который осуществляет деятельность в сфере приобретения и доставки на территорию Камчатского края автомобилей, в том числе с аукционов Японии. Обсудив все нюансы комплектации автомобиля и условия доставки, заявительница подписала договор приобретения и доставки автотранспортного средства. В присутствии свидетеля женщина передала генеральному директору компании 805 тысяч рублей, в том числе 750 тысяч рублей за автомобиль и 55 тысяч за услугу приобретения и доставки машины в Петропавловск-Камчатский. В соответствии с условиями договора автомобиль должен был прибыть в порт краевой столицы в апреле 2021 года. На вопросы, связанные с доставкой, предприниматель отвечал, что транспортное средство в пути и в подтверждении присылал заявительнице расписание прихода судов. До настоящего времени заказанный и оплаченный автомобиль не был передан женщине, а денежные средства не возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается.